Привет, привет, мои дорогие. Как у вас дела? Что-то у меня опять камера, да? Капризничает. Сейчас я вас немного вот так, наверное, сделаю. Ну что, как вы поживаете, мои дорогие? Все у вас хорошо? Так, вроде все нормально, ничего не сорвется, надеюсь. Так. У меня все нормально, вроде как. Мирабалар таким человеком насосымыз и имсымыз бен и. Hi, my dear. How are you? Сегодня мы, наверное, покушаем просто глинки. Так захотелось мне вот прям глинку пожевать. Есть у нас, как говорится, здесь красная киргизская. Это у нас, как же они сказали, баткенская. Вот. Потом желтую взяла. Тоже пожуем. И фисташку, если бы у меня зубки, если как бы смогут, пожуем. Таким пчелорам бегем без де садыче киль. Фисташка. Еще кусочек Туркестан светлый здесь есть. Сары киль кыргызстанныңки. Хамда кырмызы киль кыргызстанныңки. Хамда Туркестан битаны бурда вар бөле. Садыче киль истедим. Ну что? Сейчас. Вкусная. Реально вкусно. Такими кусочками далеко не уедешь. Будем сегодня миксовать. Фисташка вкусная. Угу. Я же вот так ее не ела. Писали там мои девчоночки, что фисташка вкусная. Попробуйте. Ну вот как-то она такая твердая. Вкусно. Ями. Фисташка что-то без ямищ. Угу.
Жирная, вкусная. Название фисташка, может, потому что он... вкус фисташки, я не знаю, я вообще орешки никакие не люблю и не ем. Желтая. Красную покушаем. Кармазин.